Екатеринбургские меломаны едва не попались на удочку аферистов. Некие мошенники анонсировали якобы предстоящий 5 июня в столице Урала концерт культовой немецкой рок-группы «Рамштайн». Площадкой для этого концерта был объявлен центральный стадион. В принципе, место подходящее, поскольку вмещает зрителей больше любой другой екатеринбургской площадки, да и открытый воздух наиболее удобен именно этой группе, в изобилии использующей на своих концертах пиротехнику. Вот такие афиши появились в Екатеринбурге еще зимой и до сих пор сохранились в ряде мест. Афиши, мягко говоря, не солидные для анонса настоящих звезд. К тому же не содержат никакой информации ни об устроителях концерта, ни о распространителях билетов, а лишь телефон для заказа и доставки билетов на дом. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните. The subscriber is currently not available. Please call later. По всей видимости, этот телефон был отключен после того, как екатеринбургские поклонники немецких музыкантов раструбили в интернете своим иногородним единомышленникам о внезапно привалившей им радости. Скептики информацию проверили и не нашли подтверждения. В ближайший год группа «Рамштайн» не планирует никаких концертов в России, поскольку занята сочинениями и записью нового альбома. Смогли ли мошенники что-то продать до того, как их изобличили, нам неизвестно. Но не исключено, что такие попытки будут предприняты вновь. Так в интернете существует даже целый жульнический сайт, который так и называется «Rammsteinbillett.ru». И предлагает билеты по сходной цене на концерт, якобы запланированный в Москве на 10 ноября. Как и екатеринбургские афиши, этот сайт является абсолютно мошенническим.